Поэма «Экстаза». В тишине под крышкой рояля необычные звуки хранились, и когда за него садились и едва играть начинали, о, какие прекрасные взлеты в его детской душе творились, и видения проносились на каретах старинной работы. Приходили волшебные феи, приходили и рядом были, и блестели на конях шлеи в бесконечности звездной пыли. А потом, немного робея, он касался двуцветных клавиш, и его эти добрые феи обучали играть без фальши. Гам, привычные старые гаммы, трудное место, легкое престо, пальцы, учимые соло упрямо, в каждом движении, в каждом мгновенье — это искусство, это горение. Медленно разрушала костной ткани сопротивление, чего не было от рождения в его маленьком хрупком теле, извлекала из света и тени, пальцем легкость свою давала, и созвучья радостно пели на вершине девятого вала, устремляясь к неведомой цели. Он поверил в осмысленность мира, как поверил в мелодии Грига, что людей окрыляет лира, как ветра паруса у брига, что из звука рождается слово, что гармония — это красиво, а за словом музыка снова неустанно творящая сила. Тоже небо разбил о скалы. Звуки, какие рождаются звуки, силы рассветной мысли заветной, Боже, за что же он принял муки? Что же вы, люди, счастья не будет, длинные пальцы, тонкие.